Коллеги, добрый день. Начинаем. Так как у нас появились достаточно много новых людей, поздравляю, у нас теперь 100 человек уже в нашем тренинг-центре, поэтому я представлюсь. Я Игорь Черноусов, технический специалист команды Ольги Васильевны Шерешевой. Эту встречу мы проведем как бы из двух частей. Она будет состоять. Вначале я отвечу на вопросы, потому что их получилось достаточно много. На важные вопросы, на важные информационные сообщения я именно с них начну. И во второй части я вам расскажу полезную информацию, реально очень полезную, потому что вокруг этой темы очень много различных злоупотреблений, можно сказать, то есть наивных людей на этом, как-то говоря по-русски, разводят. Я вам расскажу о средствах автоматизации. Давайте начнем по классической схеме. Начнем с проверки связи. Я буду читать чат тогда на телефоне, раз я включил демонстрацию экрана. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. По 10-бальной системе. Если десяточка, то значит слышно все хорошо. И кнопочки, пожалуйста, демонстрации экрана не пытайтесь включать. Так, вот десяточку одну уже написали. Так, все, десяточки пошли. Отлично, тогда будем считать, что большинство нас слышат. Кто не слышит, тот даже написать это не сможет. Нас сегодня как бы меньше. Не знаю, чем это объяснить. Ну, наверное, пришли те люди, у которых информация дошла в правильном виде. Потому что вообще-то сегодня у нас по плану должна была быть встреча только для людей, которые перешли в закрытую часть нашего тренинг-центра. Но, коллеги, мы тренинг-центр наш только создаем, поэтому достаточно много происходит того, что называется подстройка под обстоятельства. То есть мы планировали сделать так, но подумали, посовещались, и вот Ольга Васильевна решила вот сделать немножко по-другому, чтобы помочь всем. Почему мы решили по субботам 10 часов проводить вот эти встречи для всех? Абсолютно неважно, на каком этапе урока вы находитесь, в какой части тренинг-центра вы занимаетесь. Абсолютно неважно. То есть, чтобы не бросать людей, особенно тех людей, которые на этапе только изучения материала, то есть на этапе нашей открытой части, мы решили эти встречи проводить по субботам для всех. Пожалуйста, приходите, задавайте свои вопросы, получайте актуальную информацию о том, что у нас вообще происходит в тренинг-центре, что у нас происходит в нашей закрытой части. Никого ограничивать к нашим субботним встречам 10 часов мы не будем. Опять же, буду стараться давать что-то такое важное, полезное по организационным вопросам, чтобы вы понимали, что мы делаем. И буду стараться давать какую-то именно полезную информацию, которая вам позволит более эффективно работать в интернете. Ну, например, как в данном случае, что я сегодня вам расскажу однозначно, у кого-то пойдет какая-то пелена, кто-то, возможно, денег сэкономит. Однозначно есть желание что-то купить, но когда вы не совсем понимаете, что вы покупаете, просто тратите деньги. И поэтому в субботу в 10 часов, пожалуйста, приходите, задавайте свои вопросы. Чем больше будете задавать вопросов, тем быстрее и качественнее мы сделаем уроки в нашем тренинг-центре. Я очень благодарен всем, кто дает обратную связь по прохождению урока. Все ваши пожелания, все ваши рекомендации, которые вы даете, я стараюсь добавлять в уроки, чтобы сделать их максимально понятно. Потому что если что-то непонятно вам, скорее всего, будет непонятно тем людям, которых вы будете приглашать. То есть нужно сделать хорошо. И без вашей поддержки, без вашей обратной связи не получится. Поэтому вот с нашей стороны Ольга Васильевна решила, во всяком случае, какое-то время, потому что не так много вопросов сейчас у нас в чатах, то есть мы успеваем все встречи проводить, поддерживать всех. Поэтому пользуйтесь такой возможностью. Опять же, повторюсь, не важно, где вы учитесь. Далее, что еще было сделано, с моей точки зрения, очень ценного и полезного в плане поддержки людей, которые только вот начинают обучение у нас. Конечно, в первую очередь это касается воронежских. Мы решили в четверг, вот кто не знает, пожалуйста, запишите, особенно если вы живете в Воронеже, либо вы там проезжаете мимо нашего города. В четверг в 3 часа дня в офисе, где у нас склад. Приходите со своими ноутбуками, со своими вопросами, и я вживую вам буду помогать. Потому что, чтобы задать вопрос, конечно, нужно как бы знать ответ на него. Понимая, что у нас есть люди, которым,
правда, сложно даже вопрос задать, потому что они как бы ну, не совсем еще ориентируются, потому что ну, не каждый день вы работаете с компьютерами. То, что у вас какие-то трудности, поверьте, это нормально, не волнуйтесь, то есть не опускайте руки. У всех, у кого есть желание чему-то научиться, вы этому научитесь. Во всяком случае, я со своей стороны, потому что это как бы моя прямая обязанность, я вам буду помогать. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы напрямую мне, то есть не обращайтесь к людям, ну, которые, например, ну, в данный момент не могут вам помочь, или у них там нет времени. То есть я по мере своих сил буду вам всем помогать. Поэтому пишите, контакты оставил. Четверг, 3 часа, приходите, если есть такая возможность, в офис с ноутбуками буду помогать. Была хорошая идея, это возможно там транслировать эти встречи тоже по скайпу, например, буду включать свой компьютер и вот так же вот, вот с кем-то здесь общаться в офисе, вы будете видеть, может быть, задавать какие-то вопросы. И еще одна вещь, которую мы сделали, тоже, опять же, благодаря вашей обратной связи, я вам очень в этом признателен. Так получается, что наш центр обучающий начался или это продолжение того годичного обучения, которое вела Ольга Васильевна. И это обучение, один из каналов, где происходило все, это был Skype. Все люди, которые учились у Ольги Васильевны в течение этого года, они пользовались скайпом, и как бы все было нормально, естественно, поэтому мы и начали с чата в скайпе, всех это устраивало. Но сейчас у нас достаточно много людей, которые, ну, во-первых, не очень любят или не пользуются компьютерами вообще, и есть люди, которым, ну, сложно, либо они вообще не используют скайп. Поэтому что мы сделали? Мы создали 2 параллельных чата. Это чат, который вы сейчас видите, это чат в WhatsApp, здесь уже ну, люди добавляются, меня это очень радует. Сюда я буду выкладывать, ну, параллельно то, что я, например, выкладываю в Skype-чате. То есть вы можете всю информацию получать и там, и здесь. Но те, кто не пользуется Skype, значит, у вас есть хорошая возможность пользоваться чатом в WhatsApp. Я сейчас покажу, как к нему подключиться. И сделали чат в Telegram. Но здесь пока что-то людей я не вижу. Коллеги, если вы планируете как бы идти дальше, то есть вы планируете делать полную автоматизацию, то есть работать с заявками, то есть с анкетами, которые будут приходить с ваших сайтов, с вашей платной рекламы, они все будут падать у нас в раздел «Анкеты». И чтобы эти анкеты обрабатывать вовремя, можно это сделать только одним способом, то есть получать вовремя оповещение. Оповещать не вовремя оповещения вы можете только на сайт, то есть у вас будет в ленте событий это выскакивать. Извините, наверное, не так часто вы заходите на сайт, но в наш тренинг-центр. На электронную почту, которую тоже вы не очень, наверное, часто читаете. И обратите внимание, все оповещения можно получать на Telegram, то есть на ваш телефон, а лучше Telegram на телефон поставить. Но какие проблемы с Telegram я рассказал и там... Второй ролик записал, посмотрите. То есть, если вы хотите оперативно обрабатывать анкеты, которые вам будут поступать, однозначно с Телеграма вам придется разобраться, и им надо будет научиться пользоваться. Это очень хороший, такой перспективный, активно развивающийся мессенджер. Напишите, пожалуйста, в чате, понятно, что мы сделали. То есть, понятно, что в субботу все будут приходить на уроки, по 10 часов. Напишите, что ясно, что если вы в Воронеже живете, вы можете подходить и в офис. А, да, я вижу, понятно. То есть все это сделано для того, чтобы ну, помочь вам быстрее стартовать, быстрее выйти на какие-то... Теперь еще одно очень важное такое сообщение. Коллеги, вот ту информацию, которую голосом я рассказываю на этих встречах, возможно, кто-то чего-то не ухватывает, не улавливает. Поэтому все наши официальные документы. Ольга Васильевна записывает и выкладывает в нашем скайп-чате. Поэтому обратите внимание, информационное сообщение посвящено правилам работы в нашем тренинг-центре. Внимательно его посмотрите, оно лежит в ленте в нашей, в истории чата. Познакомьтесь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Значит, у нас сейчас практически заканчивается работа над открытой частью. Я вчера вечером выложил еще один большой урок в
курс, который посвящен привлечению клиентов из интернета в компанию Vivasa. Я уверен, что большинство из вас этот урок еще не видели, потому что он появился поздно, где-то часов 11 я закончил его выкладывать. Там большое задание, поэтому, пожалуйста, чтобы все вы нормально закончили, те, кто хочет идти дальше, пожалуйста, закончите уроки, которые у нас лежат в открытой части. В основном курсе, в его открытой части, еще появятся два урока. Я их постараюсь максимально быстро выложить, но сейчас как бы время есть. Вот поэтому закончим работу над открытой частью. Ну, скорее всего, придется еще что-то дописывать. Все, что появляется, я информирую об этом в скайп-чате в нашем. Смотрите, какие уроки новые появляются. Потому что если вы считаете, что вы весь уже курс прошли, а в нем появился новый урок, вы просто какую-то информацию про все уроки открытой части постараюсь записать максимально быстро, чтобы начать активно работать над тем, куда мы вас всех приглашаем. Это в закрытую часть. Там будет очень много информации. Я надеюсь, что она будет вся очень полезная, вся будет по делу. И опять же, очень надеюсь на вашу какую-то обратную связь. То есть, если она будет с вашей стороны, мы это сделаем реально хорошо, качественно. И тут был такой вопрос, как подключиться к Телеграму, окно Телеграма. Значит, как подключиться к Телеграм и вообще ко всем нашим ресурсам? Мы решили это сделать проще. Как только вы зарегистрировались в тренинг-центр, вы сразу же можете сдвинуться вниз в менюшке, где действия, где вы обучение выбираете. У нас есть раздел с нашими общими ресурсами. Здесь ссылка на наш сайт, на наш YouTube-канал, на чат в WhatsApp, на группу ВКонтакте и на канал Telegram. О Telegram, о нюансах, с которыми вы можете столкнуться, очень подробно рассказано в нашем первом курсе. Именно с этого курса, пожалуйста, начинайте сами и, пожалуйста, рекомендуйте, прям в обязательном порядке, чтобы все люди, которых вы пригласили в тренинг-центр, прошли с этого курса. И здесь у нас есть отдельный урок, который называется «Обязательно подключитесь к общим ресурсам». Вот если вы этот урок откроете, здесь рассказано, как подключиться, и я относительно недавно выложил еще одно видео по просьбам благодаря обратной связи, как подключиться к Telegram, потому что Telegram у нас в России заблокирован. Если вы живете в какой-то другой стране, то, конечно, вам этот ролик смотреть не надо будет, вы легко и просто к нему подключитесь, то есть просто пройдя по ссылке. Но если вы из России, то у вас возникнут трудности, и как эти трудности решить, я достаточно подробно рассказал в этом дополнительном. Смотрели ролик утром, там нет возможности написать сообщение. Благодарю, я поняла, мне надо... еще один такой вопрос с подтверждением. Коллеги, я, конечно, понимаю, что мы все хотим чего-то побыстрее, но подтверждение происходит руками, и вы сами можете убедиться, подтвердили вас или нет. То есть если у вас под картинкой вашего спонсора пропала кнопочка «Подтвердить», а появилась кнопочка «Связаться». То есть обновляйте просто страничку. Как обновить страничку? Я об этом записал отдельный урок в курсе компьютерной грамотности. Все. Но сегодня я покажу еще один вариант, как можно быстрее попадать в тренинг-центр даже без подтверждения. То есть подтверждение будет сделано автоматически. Ну и подтверждать теперь будут вас спонсоры, то есть люди, которые вас пригласили. Итак, очень важный момент, пожалуйста, это в первую очередь будет касаться или интересно тем, кто начнет активно приглашать тренинг-центр, какая сейчас у нас классная возможность появилась. Я еще раз включу демонстрашку, чтобы вам тоже было все понятно. Ольга Васильевна сделала такой широкий жест рукой, может быть, прям такое напряженное время, напряженное искусственное, с моей точки зрения, чтобы показать, что, ребята, у нас будет реально все хорошо. То есть изначально у нас был тариф, который называется «Директор». Это наиболее оптимальный тариф для данной платформы, который позволяет практически пользоваться всеми ее возможностями, но самое главное – создать тренинг-центр свой. Но было одно очень такое жесткое ограничение, что вы можете подключить людей к своему тренинг-центру, только тех, которые вы лично пригласили. То есть, говоря по-русски, это
первая линия. Ну, первая линия имеется в виду вот в тренинг-центре. Поэтому я всех просил, даже ролик записал, что, пожалуйста, вводите номер Ольги Васильевны 8380. Вот. И вы все появлялись у Ольги Васильевны в ее структуре на этой... Возможно, для кого-то это было понятно, для кого-то, ну, наверное, не совсем понятно. Поэтому что мы сейчас сделали? Для того, чтобы все люди, которые начнут активно приглашать в тренинг-центр, чтобы вы видели сразу результаты своей работы. Вот уже с пятницы, то есть уже вчера такая возможность появилась, Ольга Васильевна приобрела тариф, который называется «Лидер». Он в 5 раз дороже тарифа «Директор», но сделано это было только ради того, чтобы вы, ну, активная часть, а большинство из вас именно активная часть, видели сразу результаты своей работы. Поэтому, пожалуйста, внимательно посмотрите, что вам сейчас нужно будет сделать. Вот вы все, кто захочет кого-то пригласить в тренинг-центр, вы заходите в раздел «Партнер», выбираете пункт «Статистика», и копируете вот эту ссылку, она первая ссылка. Вторую ссылку, которая ведет на продающий сайт «Века роста», раскидывать не надо. Я объясню почему, потому что здесь в первую очередь рекламируется сама платформа «Век роста». Но нам не надо ее рекламировать, нам нужно рекламировать себя, нас, нашу компанию, ваш личный тренинг-центр. Поэтому... Я сейчас делаю страничку именно с приглашением в тренинг-центр. Кто захочет, можно сделать аналогичную, я помогу это сделать. И тогда вы можете кидать вот ссылочку, которая ведет на одностраничный сайт, в котором вы рассказываете о своем личном тренинг-центре, либо о той пользе, которую вы в нем можете получить. Но опять же, пока с этим не спешите. Сейчас вам хватит первой ссылки. Вы ее кидаете, которого вы хотите пригласить, и этот человек подписывается на платформе непосредственно под вас. Вы увидите в своей структуре заявочку, то есть будет такая зеленая кнопочка, что у вас есть заявка в структуре. Вы нажмете на структуру, войдете в раздел «Заявка в структуру». Вот Ольга Васильевна подтвердила человека, я вам хотел... Здесь будет человек, который ждет подтверждения. Можно отметить его галочкой вот так вот, чекбокс, и нажать кнопочку «Подтвердить». Все, этот человек станет частью вашей команды. Вот сейчас мы вот подтвердили 100-го человека. Вы с этим человеком можете уже связываться напрямую, вот, вы можете ему писать, вы можете с ним общаться по тем ресурсам, которые он укажет в своих личных данных и так далее. И этот человек будет, ну, уже под вами. Наверное, так работать для многих будет интересно. Вы будете сразу видеть результаты своей работы. Кто согласился на ваше приглашение, кто не согласился. Те, кто решит к урокам, которые мы создаем с Ольгой Васильевной, добавить свои, то есть создать свои видеоуроки, тут два варианта. Либо вы покупаете себе платный тариф, то есть минимум директор, и создаете свой тренинг-центр, свои уроки. И ваши приглашенные люди могут видеть наши уроки и могут еще видеть ваши. Вот. Есть еще вариант. То есть вы можете свои уроки, согласовав это с Ольгой Васильевной, размещать вот в самом верхнем тренинг-центре. Потому что все, что записала Ольга Васильевна в своем тренинг-центре, вот все эти уроки, они теперь будут доступны всем. Вот этот тариф «Лидер», он как раз и позволяет, неважно на каком уровне тренинг-центр находитесь, вы можете видеть уроки человека, который стоит над вами. Но это только на тарифе «Лидер». Ну, надеюсь, понятно объяснил. Кому непонятно, позвоните мне в Skype, я, может быть, голосом там что-то еще объясню. Теперь вопрос еще очень интересный. Посмотрите, коллеги, как еще можно людей добавлять в структуру? Вот благодаря ссылке, которую вы берете в партнерке «Статистика», вы можете сделать процесс приглашения автоматизированным. То есть вы его будете размещать на ресурсах, на которые заходят там ваши потенциальные клиенты. Люди будут проходить и регистрироваться. Если вы еще вместе с этой ссылкой будете размещать видеоролик, как зарегистрироваться правильно, то вообще вас никто дергать даже и не будет. Вот такие видеоролики я запишу. Если вы с человеком общаетесь вот так вот вживую, то есть вы по одному человеку индивидуально приглашаете, зайдя в структуру,
Вы можете этого человека добавить руками. То есть человек, вам от человека нужно взять только его электронную почту, и на эту электронную почту придет письмо с ссылкой «Продолжить регистрацию». Человек пройдет свою почту, нажмет на эту ссылочку и зарегистрируется уже под вами сразу же. Причем ему личный кабинет будет выписан автоматически, потому что вы его добавили в руками, и ему уже автоматически как бы сделано подтверждение. Возможно, для кого-то вот такой способ добавления людей будет проще. Ну, тех, кто приглашает по одному человеку. Опять же, понятный видеоролик, как это делать, я запишу. Ну и, наверное, последний вопрос, который, наверное, будет многих сейчас интересовать. А вот мы уже зарегистрировались там по Ольге Васильевне. Как нам, например, попасть под нашего спонсора? Значит, если ваш спонсор зарегистрирован сам в тренинг-центре, то есть зарегистрирован на платформе «Век роста», вы можете под него переподписаться. Сделать это очень просто, особенно если вы уже прошли и разобрались с разделом «Профиль». Вот что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет войти в профиль, вот, выбрать свою учетную запись, убедиться, что у вас тут правильно указан ваш номер. Вот. Перейти на страничку спонсор. У вас у всех будет кнопочка «Отключиться». Сейчас, наверное, я это сделаю из другого браузера. Сейчас. Да, вот профиль. Вхожу в профиль, выбираю, ну, контролирую, что у меня тут правильно мой адрес написан, регистрационный номер компании. Вот выбираю спонсор, нажимаю на кнопочку, видите, красную, «Отключиться от спонсора». Вы как бы отключаетесь от Ольги Васильевны, но теперь ее все уроки будут доступны всем. И в поле «Регистрационный номер» пишите регистрационный номер вашего спонсора. Поэтому спонсор обязательно должен проверить, правильно ли он свой номер ввел. Потому что если ваш спонсор сам указал неверный номер в своем личном кабинете, система не найдет личный кабинет ваш, и вы не сможете подключиться к уроку. Поэтому, пожалуйста, если вы спонсор, проверьте у себя в учетной записи, правильно ли указан ваш номер. Потом этот номер передайте своим людям, которые сейчас уже учатся на платформе. Этим людям нужно отписаться, открепиться от Ольги Васильевны и прописать вот здесь ваш номер. И тогда они уже у вас появятся в структуре. И тогда вы будете видеть своих людей и с ними общаться. И вы будете делать то, что вы как бы делать должны. То есть вы будете проверять уроки своих людей, своих приглашенных. Так, в этом кабинете сделан специальный курс для именно спонсоров. Он закрытый. То есть если у вас уже есть какие-то приглашенные люди, либо вы сейчас планируете активно приглашать, вам нужно обратиться к Виктории, она вам даст пароль от этого курса, курса для спонсоров. Вот вы к урокам данного курса, и здесь я как раз буду рассказывать и уже рассказал о том, как проверять домашку, как вообще настраивать этот тренинг-центр, и еще там много будет полезной информации, именно связанной с управлением тренинг-центром, ну, те, кто приглашает, либо те, кто хочет делать свой тренинг-центр. Все вот это будет собрано. Коллеги, сразу хочу сказать, три ролика, как зарегистрироваться уже, ну, немножко по-другому я расскажу, как переподключиться, расскажу, и будет отдельный ролик, как человека добавить вручную, то есть, возможно, для кого-то это будет очень хорошим решением. Так, тут есть вопросы, я сейчас на них отвечу. Значит, приходить на Коммерсажевскую, да, в 3 часа на Коммерсажевскую, но как бы следующая неделя, к сожалению, мы работать не будем, перенесем. Так, как подключиться к Телеграм, это я сказал, ролик посмотрели. А, вот сообщение, на которое я не ответил. Нет возможности написать сообщение. Нет возможности написать сообщение по уроку только в одном случае, если у урока нет домашнего задания. Нет домашних заданий, только уроков вводных. Давайте еще раз покажу. Вот, посмотрите, пожалуйста. Например, там та же самая компьютерная грамотность. Нажимаю «Обучение». Открывая урок, видите, у одного урока только нет домашнего задания. Здесь написано «домашка». Вот прокомментировать этот урок, ну, не получится.
Если хотите, могу для каждого урока включить домашнее задание, чтобы можно было писать какую-то обратную связь. Но для практически всех уроков такая возможность есть, и вы можете писать. Личное сообщение вы можете написать своему спонсору, то есть нажав на любую из удобных вам средств связи. То есть в следующую субботу я расскажу конкретно, как делать сайт-визитка, он у всех у вас будет. И вы со своим спонсором, здесь будет кнопочка, вот лучше удать. Привет, здесь будет кнопочка «Связаться», да? Будет открываться сайт-визитка вашего спонсора, вы ему пишете по удобному вам и ему каналу связи и задаете ему напрямую вопросы. Он на них будет отвечать. Это тренинг-центр как раз создается для того, чтобы вам было удобнее работать с вашей командой, а не для того, чтобы создавать какие-то там. Так. Еще вопрос. Если вопросов нет, изменения в системе приглашения, то напишите, как приглашать. Понятно? Я вам рекомендую идти по простому пути, то есть сразу людей приглашать в тренинг-центр. Вот. И рекомендовать им обязательно начинать с прохождения курса, как зарегистрироваться в тренинг-центре, как пользоваться тренинг-центром. Там будут все уроки, которые вам облегчат жизнь и сделают работу тренинг-центром абсолютно понятным ученикам. А когда будут уроки по продвижению, как делать посты, как кто-то продвигать? Говорит, что включен микрофон, если честно сказать, я не слышу ничего. Да, коллеги, тут микрофон у многих включен. Я сейчас пройду, повыключаю. Да, я понял косячок технический. Вот сейчас подключал у всех. Все понятно, да? Вопрос? Понятно, спасибо. Значит, я сейчас нажму на кнопочку «Остановить».